Анонс и точность выхода нового 4-серийного сериала «Вторая жена». Показ сериала состоится 10 августа на канале «Домашний». История о женщине по имени Мария, которая живет со своим супругом Егором. Мужчина владеет бизнесом и обеспечивает всем главную героиню. Мария лишь мечтает о ребенке, однако Егор категорически против, так как не готов быть родителем. Мария, несмотря на расстройство, продолжает любить своего мужа. Однако вскоре Егор погибает при странных обстоятельствах, под колесами поезда. Для главной героини это настоящий шок, и она долго не может прийти в себя. А затем наступает еще один удар. Выясняется, что у Егора была другая женщина, Лика. И более того, у Лики с Егором есть совместная дочь, которую мужчина скрывал от Марии. Главная героиня понимает, что супруг скрывал от нее правду, и решает увидеть своими глазами Лику. Та же оказывается сильной и независимой женщиной, которая Марию не боится. Более того, главная героиня видит, что Лику никак не удивила новость о смерти Егора. Тогда Мария решает провести расследование, чтобы найти сведения о смерти любимого. И как раз это выводит женщину на одного мужчину, что готов помочь ей в поисках справедливости. Кроме того, эта встреча также дает возможность главной героине постепенно сблизиться с этим человеком и найти для себя новое счастье. Показ сериала состоится 10 августа на «Домашнем». Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Приятного просмотра!